Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Маша, и вы на канале «Вкусно, просто и доступно». Сегодня у меня для вас очень простой, но очень-очень вкусный рецепт приготовления пирога. Ну а если вам интересно, как его приготовить, оставайтесь со мной, я покажу все тонкости приготовления. Берем яйца. Добавляю сюда 2 стакана сахара и взбиваем до бела. Стакан у меня емкостью 200 мл. Берем 1 стакан минеральной воды и добавляем к яйцам. Друзья, какого объема вы используете стакан для сахара, точно таким же стаканом нужно измерять остальные ингредиенты. Добавляю сюда растительное масло, разрыхлитель и просеиваем муку. Муки нам нужно 4 стакана. Я вначале использую 2 стакана. И вторым подходом тоже просеиваю еще 2 стакана. Взбиваем, и тесто готово. Вот такой вот консистенции оно должно получиться. Я решила добавить еще цедру апельсина, но можете добавить ванилин. Здесь уже дело вкуса. Пока отставляем в сторону, а я займусь начинкой. Сегодня я буду использовать яблоки. Очищаю и нарезаю кубиком. Но яблоки я не буду добавлять в тесто, а решила сделать вот таким вот образом. Но формы выстилаем пергаментом, добавляем немножко сливочного масла и высыпаем яблоки. Если вы любите, добавьте еще корицу. И заливаем это все тесто. Таким образом, яблоки хорошо пропекутся и получатся сочными. Ну и пирог, конечно же, хорошо пропечется. И отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 35-45 минут. Готовность обязательно проверяйте деревянной шпажкой. Кстати, друзья, форма у меня диаметром 28 сантиметров. Этот пирог получается достаточно большим. Даю полчаса постоять, немножко остыть и можем пробовать. Можно, конечно же, сверху украсить, но у меня в этом нет потребности. Я сразу же нарезаю к чаю, и такой пирог у нас разлетается сразу. Снизу хрустящая корочка, а сверху нежные, очень ароматные яблоки. А посмотрите, какое пористое и хорошее тесто получается. Это тесто хорошо как сразу, так и на следующий день. Очень рекомендую приготовить такой пирог для своих родных и близких. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вам такой рецепт понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик. До новых встреч всегда на канале «Вкусно, просто и доступно». Готовьтесь с любовью и будьте здоровы. Пока-пока!